Вот такое солнышко сменяется мокрым снегом. Всем зимний привет, и я так рада, что вы заглянули ко мне в гости, добро пожаловать. Ну а я зажигаю свечу, и мы с вами будем готовить очень вкусное печенье. Рецепт, кстати, простой, я думаю, многие из вас его вспомнят. Нам понадобится творог, 2 желтка, сахар, соль, разрыхлитель, мука и немного сливочного масла. Ингредиенты все я пропишу в описании. Я надеваю свой фартук уже в такой новогодней тематике. И начинаю смешивать ингредиенты. Выкладываю в миску творог, добавляю соль, сахар, желтки и сливочное масло. А далее с помощью блендера довожу до однородной консистенции. Затем добавляю муку и разрыхлитель. Можно еще для аромата добавить ваниль. Я вот когда добавляю, когда нет. Ну а далее покрываю стол вуалью из муки, выкладываю тесто и замешиваю его. Оно, кстати, очень легко и быстро замешивается. Раскатываю в тонкий пласт примерно 5 мм и с помощью стакана диаметром 6-7-8 см нарезаю вот такие круги. Берем 4 круга, складываем внахлёст и сворачиваем в трубочку. Далее трубочку разрезаем пополам, и у нас получаются 2 очаровательные розочки печенья. Сколько у меня в итоге получилось печенюшек, я, честно, не считала, но я до последнего кусочка теста использую. Знаете, когда вот эти вот обрезки остаются, я их потом соединяю и опять раскатываю, в общем, до самой последней розочки. Выпекаю в хорошо разогретой духовке при 180 градусах примерно 30-45 минут, зависит от духовки, ориентируюсь по цвету печенья. Печенье у нас уже готово, и его можно украсить сахарной пудрой. Я выкладываю как раз на блюдо с зайками. Бренд Clay Street, меня часто спрашиваете. Подобное можно найти на любом маркетплейсе. На Симоленде очень много посуды с зайками. Ну а далее я себе завариваю кофе, выкладываю немного печенья отдельно на тарелочку, украшаю коктейльной вишней. Посмотрите, какая получилась красота. Берите себе на заметку, если еще не пробовали такой рецепт, то еще раз делается просто, а получается вкусно. Усаживайтесь поудобнее, очередная и уже многими любимая рубрика «Покупки-находки» на Wildberries Озон. Ссылки я постараюсь оставить в описании, как просили, потому что раньше я артикул оставляла. Также постараюсь вывести цены на экран, и я ранее этого не делала, потому что цены постоянно меняются, то вниз, то вверх, поэтому я буду выводить ту цену, за которую именно я купила. Поэтому, если вы перейдете вдруг по ссылке и увидите другую цену, не удивляйтесь. Ой, чуть не уронила. Короче, начинаю с домашней уютной покупки. Вот в такой коробке. Это тапочки. Вообще, до этого тапки я уже не первый раз покупала и на Озоне, и на Wildberries. И они ко мне приходили просто в пакете. А тут коробочка, еще и бумага. Ну, прям сервис. Тапки клевые. Они по типу вязаные. У них такая под эко-кожу подошва, ну такая, знаете, очень мягкая, может и стираться. Посмотрим, проверим. И вот этот вот, как знаете, хвостик зайчий, такой пушок клевый. Они очень мягкие. В них вот как ножки свои всовываешь, и прям не хочется снимать. Они и мягкие, и теплые. Я выбрала вот такой кофе с молоком. Классные. И взяла чуть-чуть, у меня 38 в основном размер, я взяла 39, мне нормально. Не знаю, как пошел бы 38, я, кстати, зимнюю обувь тоже беру 39 размер, чтобы не было вот плотно. Нога, когда плотно сидит, она может замерзать даже в зимних ботинках, но это у меня такие ноги. Поэтому я ботинки беру чуть-чуть всегда зимние побольше, ну, чтобы было пространство. Ладно, короче, тапочки.
очень классный. Кстати, такие тапки можно вполне подарить кому-то вот на Новый год. Далее, следующая покупка, даже две, они сейчас на мне. Вот это вот такая кофточка, она плотненькая, трикотажная, но при этом у нее, видите, рукава до локтя, и они такие широкие. Ой, я люблю такие рукава необычные, и цвет мне очень понравился, она такая свободная. Для разнообразия мне понравился вот этот такой сочный оттенок. Еще одна покупка, которая на мне в ушах, это серьги, тоже бижутерия. Я их нашла в похожих товарах, когда покупала те предыдущие, которые вам уже показала. Я озвучивала, что я люблю больше ювелирные украшения, но они у меня все-таки, знаете, маленькие, изящные, а тут хочется вот какой-то такой яркости, ну и просто разнообразить себя в камере. Поэтому вот эти серьги, как такая, знаете, тающая льдинка, тут еще стразик есть, оригинальные, они такие интересные. И они идут по уху. Единственное, что они тяжеленькие, у меня, кстати, очень низкий прокол, мне в пятом, когда я переходила в пятый класс, вот летом, перед пятым классом, мне прокололи уши, но сделали очень низкий прокол. И вы знаете, только недавно я подумала о том, что я ведь могу переколоть, то есть сделать повыше прокол, потому что эти тяжелые серьги, они мне оттягивают, а если бы прокол был бы повыше, было бы вообще нормально. Кстати, может, я это так и сделаю. В общем, классные, интересные, они недорогие. Мне понравилось. Следующая покупка тоже на Wildberries. Это универсальный кислородный очиститель Brand Free. И я впечатлена результатами, и я сейчас покажу вам его в действии не только на одежде, но и в быту. Забегая вперед, он мне круто почистил лейку в ванной комнате. В комплекте с этим средством прям в пачке идут мерная ложка и подробная инструкция, для чего можно использовать и в каких пропорциях по категориям. Мне понравилось, что средство не содержит хлора, не имеет запаха, безопасен для большинства материалов и является гипоаллергенным. Мне надо было почистить заварник, особенно металлический фильтр. Смотрите, в каком он налете. А еще сам стеклянный заварник, там по углам тоже есть налет. Еще хочу придать сияние шумовке, она что-то потеряла блеск, немного мутный налет. В миску насыпаю кислородный очиститель, добавляю кипяток, так как гранулы средства эффективнее растворяются при температуре воды близко к 90 градусов. Происходит реакция, смотрите, какая образовалась пена, и вот тут уже в зависимости от того, что вы собираетесь чистить, нужно сверяться с инструкцией, может быть, добавить немного холодной воды, а может быть, дать воде просто немного остыть. В общем, я добавила чуть-чуть холодной воды и опустила посуду. И буквально на глазах вот этот налет начинает сразу отходить. Но я оставила где-то минут на 10. А вообще этот кислородный очиститель подходит для много чего. Тут и одежда, включая белую, цветную, черную, чистка сантехники, кафеля, ковров, обивки, мебели, посуды, прочистка засоров, борьба с плесенью, чистка обуви, усилитель порошка и многое другое. А теперь смотрим результат. Просто вау, как блестит. Кстати, после посудомойки у меня такого эффекта не было. Стекло тоже чистое, а еще ложка, которую я смешивала, тоже теперь блестит пуще прежнего. Надо будет, кстати, все столовые приборы подержать в этом растворе для такого лоска. Шумовка, к слову, тоже теперь сияет. Мне также надо отбелить полотенце. Видите, какой желто-коричневый налет с двух сторон. А еще удалить пару небольших пятен на рубашке. Я беру столько средства, сколько по инструкции, добавляю кипяток для реакции и затем опускаю полотенце. А вот рубашку чуть позже, когда вода немного остынет, ну, из-за ткани. И далее оставляю все это на час. Обычно до полного остывания воды. Кстати, вспомнила, что мне надо почистить лейку в ванной, там есть водяной камень. Я смешала гранулы средства с кипятком в маленькой мисочке и пыталась опустить в нее эту самую лейку. Но, в общем, из-за шланга она не дотягивалась. Поэтому я принесла в ванную миску с вещами и к ним туда поместила лейку. Вода уже остыла, и я первым делом достаю лейку, и смотрите, как круто отошел налет от лейки. Сейчас я еще быстренько под водой споласкиваю, и она блестит, вся такая чистенькая, ну просто класс. Полотенце тоже стало белым.
делаем. Пятна с рубашки отошли. Что касается рубашки, тут я просто небольшой участок ополоснула и все. Стирать не буду. А вот полотенце еще закину. Там тоже у меня есть белые вещи в стирку. И добавлю как раз бренд Free при стирке. А еще смотрите, что я обнаружила. Когда я пропускала воду через лейку после чистки, из нее посыпались какие-то черные хлопья. Видимо, средство не только камень убрало, но еще и попало внутрь, и там вот что-то такое почистило, и теперь это вываливается все из лейки. Мне пришлось несколько раз пропустить воду, пока вот это все вышло. В общем, внутри тоже там что-то почистилось. Ну что скажете, заинтересовало этим очистителем? Кстати, его можно купить не только на Валбересе, но и на Озоне. Я оставлю ссылку и там, напомню, ссылки будут в описании к видео. Следующая моя находка тоже касается гигиены ванной комнаты, это шторка. Захотелось к Новому году обновить, у меня вообще, знаете, такая прям программа. И ёршик поменяю, и шторку обновлю, и декор, и там, в общем, новая организация. Ванной комнате уделю внимание. Она в похожих оттенках, как у нас сейчас. Мне наша шторка нравится, но просто поднадоело, захотелось разнообразия. И на этой шторке такие цветочки, но они едва-едва заметные. Шторка на тканевой основе, при этом она не пропускает воду. И я вам сейчас ее покажу как раз немножко. Единственное, что к шторке нет никаких крючков. То есть есть шторы в комплекте с крючками. Здесь сразу скажу, крючков нет. Но такая она прям тканевая, очень красивая, и оттенок, и вот фактура, структура, фактура ткани классная. Мне она понравилась, размер я, какой я купила размер, 180 на 200, они, по-моему, стандартные, да, ширина 180, высота 200. Уже не терпится ее повесить, поэтому я так рада, что сегодня снимаю этот ролик и прям сегодня-завтра займусь преображением нашей ванной комнаты. Следующая вот такая вот щетка, хозяйственная, универсальная. Ей и обувь чистить, и есть продавцы на Валбересе, которые именно преподносят ее как щетка для чистки обуви, потому что она здесь есть побольше объем, поменьше, даже вот такой остренький носик выковыривать грязь. Я только не поняла, для чего вот здесь вот этот крючок. Мне некогда искать информацию. Если кто в курсе, может, у кого есть такая щеточка и знает, для чего вот этот торчащий крючок, ну или не крючок, а что-то такое, напишите обязательно. Другие продавцы на Валбересе ее преподносят как хозяйственную. Там фотографии ей чистят и межплиточные швы, и краны, да что угодно, и варочную поверхность. Ну вот, в общем, видите, по типу, наверное, как мы иногда используем старую зубную щетку, то есть вот специальная такая щеточка для хозяйственных целей. Еще, кстати, на щетке пупырчатая поверхность, ну, как раз, видимо, для чистки обуви из замши, например. Ну, в общем, такая, и она удобно лежит в руке, я вам скажу. Довольна покупкой, не пожалела. Я, правда, ее еще не использовала нигде, но уже не пожалела. Ну, просто она мне нравится, она вот хорошенькая. Знаете, когда хозяйственная утварь, ты доволен хозяйственной утварью, когда она тебе нравится внешне, когда она удобно лежит. Ну, посмотрим, конечно, на эффект дает или нет, но она мне уже нравится. Хотя вот еще, признаюсь, пока не пользовалась. Ну, потом же я обязательно вам расскажу, стоит оно того или нет. Следующая моя находка, это такой плотный, трикотажный, по типу даже вязаного, топ, причем как топ-майка, и мне он этим понравился. Во-первых, белый цвет, он очень такой, в нем тепло, но при этом он на тоненьких бретельках. Бретельки, к сожалению, никак не регулируются, и вот не знаю, растянутся они, ну, в принципе, это такая вязка, растянутся, постирал, топ подсядет. Очень классно облегает, и вы знаете, слегка увеличивает верх, ну, в общем, делает его привлекательным. А еще у топа есть разрезы по бокам с двух сторон. Он короткий, но при этом у меня живот закрывает, то есть живот не оголен. Я его вообще-то купила для дома, но он не обязательно так с пиджачком, с каким-нибудь жакетом или какой-нибудь такой тоже трикотажной, может быть, кофточкой, не знаю, с чем его можно сочетать. Я как-то не думала его куда-то носить вне дома, но вот когда померила, он так сел классно, что да, его куда-то можно
Выгуливать. Прикольно, мне очень понравился, как сидит. Следующие мои находки, они для творчества, для декора. Причем не только новогоднего, может быть и весеннего. Потом начну с вот такого отреза ткани. Она квадратная. Мне понравился такой фатин, но на этом фатине бусинки. Их очень много. Это вообще такая красота. Пожалуйста, уже готовое, в общем, какое-то такое украшение, осталось только какую-то форму придать, либо вот на стол там украсить, либо на гирлянду подвесить. Ну, конечно, не вот таким отрезком, это я просто в руках держу, можно вырезать как надо. В общем, полет фантазии у меня, я когда ее получила, у меня вообще разыгралось столько идей, что я, честно говоря, не знаю, какое дать предпочтение. А потом вообще думаю, надо ее оставить на весну, она такая нежненькая, вот эти вот бусинки, хотя я ее брала именно для новогоднего декора, но когда я увидела. Так, ладно, посмотрим, к чему я все-таки приду и с вами поделюсь. Далее вот такая нарядная катушка, это нить с бусинками разного диаметра, у меня уже есть такая, но мне мало. Очень хорошо смотрится на елке, да и вообще любую новогоднюю композицию оформить. А она не такая прям яркая, но при этом добавляет свою изюминку. А вообще это украшение универсальное на любой сезон. И весеннюю какую-то композицию, и, например, если это летний букет цветов, можно так, знаете, добавить, украсить. В общем, на все случаи жизни. И еще одну катушку с красотой, но это вообще тоже либо на елку повесить, новогодние композиции, не знаю. На самом деле тоже вещь, мне кажется, универсальная. Я даже ей задумала украсить, ну, пришить ее, как я уже озвучивала ранее, к наволочке. И, ну, оформить наволочку интересно. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, это такая катушка для творчества, легкая, места много не занимает, зато она всегда под рукой, и ты можешь не спешить воплощать свои какие-то задумки, фантазии. Попробую на елку ее. В общем, посмотрим, где тоже она лучше ляжет. Кстати, бренд тут написано Simoland, хотя я ее покупала на Валбересе. Так что, наверное, может, на Simoland такие дешевле, а может, дороже, не знаю. Ну, в общем, бренд указан Simoland, а купила на Валбересе. И еще одна красота на зимний новогодний период – это меховая дорожка. Я ее нашла. Такая очень пушистая. Я вам сейчас выведу на экран картинку, которая меня вдохновила. Я увидела сервировку, точнее, оформление стола с участием меховой дорожки. И она у меня просто была в голове. Правда, на практике оно не вяжется, мех и продукты. Думаешь, а если вот эта вот меховушка будет в тарелку попадать? Наверное, это непрактично, это нереалистично, но это просто эстетика. Вот ты любуешься и просто приятно глазу. Тем не менее, я ее купила с расчетом сделать такой снежок под елочкой. А еще вот такие дорожки отлично смотрятся на каких-то, может быть, банкетках, лавках, ну, если есть у вас в квартире. Вообще классная, она универсальная. Тоже вот раз купила, и теперь на следующий год у меня уже есть вот такой отрез ткани, из которого много чего можно придумать. В общем, довольна вот этой меховушкой. Правда, с одной стороны у нее хорошо край как-то так срезан, а с другой стороны она, видите, немножечко облетает. Тут уже мех летает, если кого это может напрягать. Так, и последнее, пожалуй, на сегодня, как всегда, пополнение моих запасов белыми перчатками, моими любимчиками, именно вот этого бренда. Я уже 100 раз вам про них говорила, тоже оставлю ссылку, добавлять ничего не буду, обожаю. И сейчас у меня в ходу такие перчатки. А значит, надо себе сделать запас, потому что они у меня из-за ногтей рвутся иногда. Короче, запаслась своими любимыми перчатками. Смотрю, все ли я вам показала. Не все. Я вам, знаете, что забыла показать? Вот такую еще одну красоту. Вроде как подвеска, да, украшение. А это для волос. Причем в комплекте идут еще 2 невидимки серебристого цвета, ну как раз под цвет украшения.
И, в общем, как угодно. Можно как ободком сделать. А тут зависит от того, какая у вас прическа. Смотрите, у кого, может быть, девочки тоже. И плюс, наверное, она и как свадебное украшение подойдет. Ну, она вообще универсальная. Плюс еще можно использовать как реальный такой подвес на новогодний декор. Все, с покупками, находками. Еще раз, все ссылки я оставлю в описании. Так что пользуйтесь, кому что понравилось. Делитесь обязательно своими отзывами. А мы продолжаем влог. Это мой новый робот-пылесос от бренда Kaival. Он идет для сухой и влажной уборки. А помимо этого, у него есть еще автовыгрузка мусора, что очень удобно. Не надо следить за этим. В общем, пылесос все сам сделает. Конечно же, у них еще отличное приложение и пульт управления. Тут уже выбирайте, чем вам удобнее пользоваться. Я вам сейчас покажу комплектацию, потому что комплектация, но выше всяческих похвал. И немного расскажу о функциях, преимуществах этого пылесоса. Понравился дизайн пылесоса, стильный, такой черный, с оранжевыми элементами, такая мягкая щетка. Итак, в комплекте станция самоочистки, кстати, очень компактная, в ней уже вставлен мешок для сбора пыли, тут же располагается щеточка для чистки. Далее еще два мешка для пыли, инструкция на русском языке, пульт управления с батарейками, клейкая лента и магнитная. Клейкая нужна для фиксации магнита. Два HEPA-фильтра, один уже в роботе, второй запасной. И 4 боковые щетки. 2 я уже установила на пылесос, 2 в запасе. И, конечно, насадка для мойки пола с 2 многоразовыми тряпками. Ну а теперь о самом роботе. Он справляется с разного рода мусором, как крупным, так и мелким. Отлично собирает волосы. Этот пылесос умеет выстраивать карты и выполняет уборку по точному маршруту, благодаря интеллектуальной навигационной системе. У него отличная мощность всасывания 2600 Па. Пылесос обнаруживает препятствия, отлично справляется в зоне под столом и стульями в кухне, я их даже не поднимаю и не переставляю. Без труда робот заезжает на ковер для сухой уборки и хорошо его очищает. Я специально для теста на ковер рассыпала немного земли из горшка. И посмотрите за вот эти вот вращения, как пылесос хорошо убирает всю эту грязь, хотя ковер у нас пористый. Пылесосом можно управлять с помощью пульта. На нем есть целых 3 опции. Авто – это обычная уборка, спираль вращения и по краям. Конечно, у этого современного робота есть удобное и простое приложение, в котором можно задать интенсивность режима уборки, формат, задать свое расписание уборки по часам и по дням и многое другое. В приложении отображается подробная информация о процессе уборки, зарядке и даже состоянии рабочих элементов. А еще пылесос имеет опцию голосового управления. Вообще этот робот очень долго держит заряд и может непрерывно убирать до 150 минут. Идеально подходит для больших квартир и домов. После уборки при возврате на док-станцию происходит самоочистка пылесборника. Это еще одна супер опция для быстрой уборки. После этой очистки вам не нужно чистить станцию, просто выбросить пакет с пылью, и ваш робот остается пустой от мусора. И, конечно же, самое классное – это возможность пылесоса прекрасно мыть полы, не оставляя лужи. Вот тут поможет магнитная лента. Чтобы ограничить выделенную зону, например, ковер, или в моем случае у меня гирлянда спускается на пол, и чтобы пылесос ее не засасывал, я там тоже выкладываю магнитную ленту во время уборки. Для удобства использования магнитной ленты в комплекте идет липкая, я вам ее показала. Но лично я обхожусь без нее. Просто кладу магнит возле ковра, либо возле той зоны, куда пылесосу нельзя. И все, он не заезжает на него. Еще этот пылесос обладает функциями самодиагностики неисправностей и отключения при перегреве. Я очень довольна и пылесосом, и тем, что бренд Kaival меня познакомил с этим гаджетом, да и вообще они выпускают очень классную технику. До 31 декабря у них действует скидка 10% по промокоду. Я его оставлю в описании к этому видео. Также оставлю ссылку, где можно купить такой пылесос. Вы можете порадовать себя в качестве такого подарка для дома. Можете
сделать подарок для дома своим близким, своим друзьям. Я думаю, любой, кто будет обладать этим пылесосом, будет в восторге. Это правда отличный помощник в уборке и наведении порядка в вашем доме. Я здесь создала такой уголок, видеозону, как раз снимала вам идеи подарков к Новому году. И вообще в тему подготовки к тому самому Новому году, вот помимо наведение порядка, закупки продуктов, составление меню, подарки, красота, конечно же, записаться в салон туда-сюда. У меня есть еще пару пунктиков, которые я стараюсь сделать до Нового года. Первый пункт – это как закончить какие-то, может быть, конфликтные отношения. То есть если я с кем-то в ссоре, может быть, знаете, поставить какую-то точку, попросить прощения или высказать все, что я думаю. Ну, в общем, то есть, если ты, знаете, вот как в той песне, да, 5 минут, в общем, надо там помириться. На самом деле, может быть, как раз именно этот фильм в свое время как-то, знаете, меня так замотивировал, что вот перед Новым годом надо со всеми помириться, с кем там поссорился. Попросить прощения, если ты действительно кого-то обидел и чувствуешь это, и знаешь, и понимаешь, и, знаете, не тянуть. Короче говоря, в Новый год не идти с обидами на кого-то, не идти с конфликтами. Ну, конечно, по возможности. Понятно, что не всегда получается, да, есть ситуации разные, и, как говорится, не до того, чтобы там мириться с кем-то, все бывает. Но по возможности в Новый год идти с добротой, и оставить вот весь негатив старому году. Второй пунктик – это, конечно же, не идти в Новый год с долгами по возможности. Понятно, что ситуации всех разные, кто-то ипотека, кредиты, там еще что-то. Но вот, например, что касается каких-то ежемесячных платежей, коммунальные платежи, там, за интернет-связь. Может быть, если у кого-то там брал в долг какие-то деньги, то есть стараемся всегда, чтобы все это было закрыто. Ну, что касается, кстати, коммунальных платежей, это у нас всегда первостепенный расходник, то есть мы никогда не были в долгах вот именно перед коммунальными службами, потому что это чревато отключением. Поэтому я за этим строго слежу и всегда бюджет расписываю так, что вот есть обязательный расходник, и вот только если что-то остается, вот это уже идет там на развлечения, на сбережения, если что-то остается. Ключевой момент. Но для этого мы с Мишей прилагаем все усилия, работаем и без выходных, и без отпусков, и если надо, и допоздна я сижу, и я, и Миша, так что мы не боимся работы, вот что скажу, и улучшаем свои навыки, улучшаем качество своей работы, чтобы получать так, чтобы хватало. Вот сейчас в преддверии Нового года хочу задать вам вопрос. Вы идете в Новый год с погашенными долгами, с оплатой коммунальных услуг? Потому что, знаете, сейчас такая реальность, очень многие, да, многие имеют кредиты. Ну, ипотека, наверное, отдельная история, а вот именно кредиты разные. И, к сожалению, не все могут платить по этим кредитам, особенно если вдруг внезапно вы потеряли работу. И вот для тех, кто оказался, к сожалению, в такой ситуации, я хочу вам порекомендовать информацию, прослушайте ее. Есть абсолютно законный способ списать долги, то есть списать кредит. Это банкротство физических лиц. Именно этим занимается компания «Делу время». Ее основатель Роман Родин. Роман сам опытный юрист с 12-летней практикой и специалист по банкротству. Его команда юристов помогает быстро избавиться от долгов, списать все кредиты под ноль и забыть о процентах, как о страшном сне. У Романа есть свой YouTube-канал, где регулярно публикуются видео с информацией и лайфхаками, которые важно знать тем, у кого есть кредиты. Что делать, если нечем платить кредит? Отберут ли единственное жилье за долги? Что будет, если не платить кредит? Также на его канале и Роман, и его команда юристов рассказывают о том, как можно избавиться от долгов и кредитов законным способом. За 11 лет компания проделала огромную работу и помогла освободиться
избавиться более 5000 клиентам от долгов и кредитных обязательств по всей России. На YouTube-канале «Делу время» можно записаться на бесплатную консультацию по списанию долгов. Ссылка на консультацию и на YouTube-канал будет в описании ниже к этому видео. А еще важно знать, что банкротство – это единственный законный способ списать долги и кредиты полностью, других вариантов нет. А еще это возможность начать жизнь с чистого листа. Поэтому сделайте первый шаг. Ссылка на консультацию на канал будет в описании. Пользуйтесь этим. И пусть у вас все будет хорошо. А сейчас у меня для вас супер мотивация. Продолжаем готовиться к Новому году. Возможно, кто-то уже полностью весь дом убрал. У нас еще только елку мы достали, еще никак не украшали. Но я вам все это покажу. В этом году немножечко запозднилась я с новогодним декором, но так получилось. Зато вот порядок навожу неспешно, по плану, и вы знаете, вроде бы уже все сделала, но я даже при этом особо не заметила. То есть я себя не перенапрягаю вот этими уборками, стирками. Может быть, со стороны кажется, что этого много, но поверьте, я растянула это где-то на месяц и, в общем-то, потихоньку привожу дом в порядок. Как вы уже поняли, я сегодня занимаюсь окном в нашей спальне, снимаю шторы тюль на стирку. Тюль буду стирать порошком для белого, добавляю кондиционер, и пока у меня происходит весь этот процесс, я буду заниматься карнизом, окном и всей прилегающей территории. С полки убираю пыль. Кстати, пыль с карниза убираю с помощью пылесоса. Это ручная опция. Пылесос беспроводной вертикальный Тефаль. Просто он вот делается таким маленьким и очень удобно убирать всякую пыль. Ну, делать сухую уборку. После этого, конечно же, я все равно прохожусь и влажной тряпкой, но гораздо проще это делать после пылесоса. А далее мне предстоит открыть окно, и я надеваю свитер, убираю все растения, достаю свой любимый помощник, который мне уже служит третий или четвертый год, я что-то уже, по-моему, третий год. Он мне сокращает время и силы. То есть пока он ездит по стеклам, именно по внешним стеклам, я занимаюсь рамами. Уже не раз говорила, что все равно надо мыть рамы. И я так экономлю свои силы и время. У нас сегодня, как видите, солнышко. Правда, на улице легкий морозец. Мне в свитере нормально, потому что в квартире тепло, даже так жарко. И получается вот в этом месте такой контраст температур. Со свитером нормально, я пока вот здесь все обрабатывала, не замерзла. Хочу вам показать чистейшее стекло, не знаю, насколько это видно, и также показываю вам кадры за окном, как красиво. Робот мой продолжает тут кататься, убирать, а вот внутреннее стекло окна я уже протираю руками. Ну, тут потому что ни грязи особо ничего нет, такая, может, поверхностная пыль, здесь уже проще, конечно, рукой протереть. Кстати, что касается хранения такого мойщика, я приспособила для него пластиковый контейнер. Тут все находится только для него, тряпки запасные, там кольца, даже вот этот вот маленький флакончик я туда доливаю средства. У робота очень много вот этих проводов, поэтому на самом деле он занимает, ну так, нормальное место. Тем не менее, я вот смогла подобрать к нему контейнер подходящего размера с крышкой. Далее продолжаю наводить порядок возле окна, протирала подоконник. К сожалению, почему-то у меня эти кадры не заснялись. Я там еще и снимала, как я срезаю вот эти все листики. Ну, вот не знаю, что-то пошло не так. Так что уже по факту вам показываю все, что я тут срезала с двух растений. Это у меня и
цикламен, по-моему, и, как ее называют, гербера. Я ее с лоджии перенесла к нам в спальню, потому что, мне кажется, на лоджии слишком холодно для нее. А также протираю пыль с радиатором. Он не очень грязный, но так вот кое-какие капельки, видимо, окно открывали, может быть, что-то капнуло. Далее протираю пыль с поверхностей в спальне. И вот тут хочу с вами поделиться супер-классным способом, который мне когда-то подсказали зрители. Я им пользуюсь и очень довольна. Кондиционер для белья. Развожу в бутыльке с водой, прыскаю, протираю влажной тряпкой. И слушайте, реально пыль садится гораздо реже. Более подробно я про это средство, про эту хитрость и про другие расскажу на своем основном канале, скоро там будет такой отдельный ролик, классный, я готовлю, не пропустите. Ну вот сейчас буквально в двух словах делюсь с вами, что теперь поверхности в доме я обрабатываю с помощью кондиционера для белья. И не только, кстати, горизонтальные поверхности, вертикальные в том числе. Но об этом тоже еще упомяну как-нибудь во влоге. А у меня уже здесь полный порядок, все чисто, аккуратно. Осталось вернуть чистые отутюженные шторы и как-то по-новогоднему украсить спальню, но ненавязчиво, не хочу перебарщивать. Кстати, до этого я снимала кадры, на комоде стояла елочка, которую я делала в том году, я снимала видео. Оставлю вам ссылку на свой новогодний декор, кто новенький на моем канале, кто не знает о существовании моего другого канала. Можете, не подписываясь, просто перейти по ссылке, посмотреть именно идеи новогоднего декора. Там такие классные идеи, я уверена, вам понравится. Ну а я хочу уже начать украшать как-то ванную комнату, и как раз сегодня еще и мыла окно в ванной комнате, обработала вот эту всю зону возле окна. Убрала орхидею, ее пока на кухню определила, а сюда решила поставить ту самую елку, которая была на комоде во время съемок. Но вот я хочу, чтобы в этот зимний период она стояла именно у нас в ванной комнате на подоконнике. На ней гирлянда на батарейках. Это только первые такие украшения, потому что я еще планирую здесь и шторку менять, и наводить порядок, и кое-что подвесить на окне, как я вам говорила еще раньше. Так что это все еще будет в следующих влогах. Ну а я уже готовлю шторы в спальню, утюжу их. Кстати, занимаюсь этим, по-моему, через день после стирки, потому что в тот день было очень много задач, я банально не успела, но у меня и цели такой не было. Я уже озвучивала, что я дроблю себе задачи и не перенапрягаю себя, потому что есть еще работа, есть домашний быт, и есть еще какой-то досуг, хочется и себе время побольше уделить. Короче говоря, дошло наконец-то, дошли руки до штор, я их отутюжила, возвращаю на место. Теперь у меня в спальне тоже полностью порядок. Кстати, показываю вам, какие у нас сугробы за окном. Зима вовсю по расписанию, и снег, и мороз. В общем, такая прям новогодняя атмосфера. А теперь еще несколько уютных кадров. Я готовила вам картинку. Это такой, знаете, приятный, милый, маленький подарок. Картинка, заставка на телефон, авторская. Я вот это все расставляла, фотографировала и даю вам ее по ссылке. Если хотите, скачивайте. Я знаю, что есть у меня те, кому нравится моя работа, и девочки себе устанавливают на телефон, и поэтому решила и себя порадовать, и вас порадовать, потому что такая картинка уже в моем телефоне. Ну а я на этих кадрах буду заканчивать. Очень рада, что вы сегодня провели это время со мной. Влог получился невероятно длинным. Так здорово, что вы досмотрели до конца. И, конечно, я жду от вас самой горячей поддержки. Это пальчик вверх, лайк этому видео. Увидимся мы с вами, скорее всего, уже, наверное, 20 декабря. Там будет, ох, украшения, идеи, подарков. В общем, классный будет влог. Ну, а я вам хочу пожелать сейчас самое главное. Это, конечно же, крепкого здоровья, настроения, просто вот хорошего настроения. Пусть у вас все получится, и жду вас снова к себе в гости. Заглядывайте. Всем пока!